Юниверс здесь отъедет. Бристол Бэк, еще один Койл Спрей и забирают. Но вот то, о чем я говорил, собственно. Может эта линия набежать, если Бетрайдер ошибется. Он не прочувствовал ситуацию, не поверил, что Бристол зайдет под тавер, а зря. Можно идти наказывать. Сверху. Идет Бристол Бэк, идет Висп. Сумаил, видимо, тоже не верил, что Бристол Бэк вкачал Гу. В итоге два стака. Ультимейт от снайпера, третий стак. И Сумаил у нас падает. Ее недооценивают, потому что Bristol Back, находясь под виспом, он может качать Гу, и вот мы видим, он бежит за PPD, уже 3 стака, сейчас будет 4, и он режет армор. Режет армор, и учитывая то, что Quill Spray это физурон, то он работает хорошо. Подходит сюда Самаил, нападает на FNG, мажет дальним койлом, FNG в итоге может выжить, или да, начинает замедлять, начинает в ответ его еще и пробивать, ну и Самаил, и, по-моему, Самаил поехал. Да, вот так и Лидан просто месяц, 4-0, великолепно отыгрывается эта линия. Посмотри, у него сейчас почти вангард, ПТ и Баклер, то есть у него очень скоро будет Кримсон. Кримсон и ПТшка на такой ранней минуте. Да, ему здесь нужен висп определенно, висп вот как раз таки летит для того, чтобы дать дополнительную ману, дать немножечко хп. И Лидан начинает фармить, фармит он, конечно, зверски, быстро. Как тут много настака, ну слушай, как тут вообще столько крипов поместилось? Два драконов, два големов, два ящериц, шесть стаков, с ума сойти. Тут огромное количество голды. Прямо сейчас можно брать себе ВГ, да, берет ВГ, Кримсон готов. Кримсон на 8-й минуте. Это очень быстро. К сожалению, у нас статсмен не попал в нужный слот. Не, он был. Он был в лобби, он вошел раньше меня. Да, но там, в общем, у нас возникли приключения, в общем, я к нему обращаюсь по поводу... Если он нас слышит по поводу Crimson Guard на Bristol Back, очень бы хотелось увидеть средний тайминг какой-то, потому что, ну, тут... Тут же, тут, по-моему, поставлен мировой рекорд по собиранию Crimson, учитывая то, что Лидан, во-первых, играет против ЕГЭ, ребята довольно сильные, во-вторых, он играет на американском хосте.